никогда большой спорт и искусство вместе. Гандболист сборной Беларуси Никита Вайлупов решил поддержать национальную команду по гребле на байдарках и каноэ творческим. Спортсмен подарил гребному каналу в Заславле, где в июне пройдут вторые европейские игры, серию из 5 картин под названием «Аква». Произведение выполнено из эпоксидной смолы, стиль абстрактный экспрессионизм. Цвета были выбраны морские, это синий, ультрамарин, белый. Первое, это начинается заказ эпоксидной смолы, их колеров, разных пигментов. Дальше идет заказ заготовки, как сама будет картина выглядеть. На каждую картину уходит 2 дня. Поддержка спортивного сообщества, поддержка своих коллег по цеху, это, конечно, добавит только положительных эмоций нашим спортсменам, а тем более, когда это все делается от души и когда это все делается безвозмездно, ну, это на самом деле неоценимо. Сейчас белорусская сборная по гребле на байдарках и каноэ активно готовится ко вторым европейским играм. Но сначала этап Кубка мира в Польше, а в конце мая чемпионат Беларуси в Заславле.